Не пикай, пожалуйста, тинкера, я тебя умоляю. Ой, фу, блядь, течеса своего. Если он пикает течеса, я, блядь, хуйней страдать буду всю игру, я предупредил. Не, пикает течеса, я руиню игру, мне поебать. Не буду играть. Не хочу, пойду в лес с первой минуты. Просто пикну фуру, пойду в лес. Ну, слушайте. Даже не знаю, что взять. Ну, вообще, нам в любом случае сейчас надо пикать. Возьму Урсо. Это та самая легендарная линия Панга Шейкер. Кста. Сам Бангальер на топе. Да, как играли или нет? Не, ну красавцы, чё красавцы. Так, надо кста замутать этого чела с охуенным микрофоном. Да ты заебал. У него тут центряк был. Бля, чё ты... Варсин. Гоу его. Он же с липами. Или это плохо вообще? Блять, мог скинуть, на самом деле. Вернешь его? А, у тебя нечем. Так сокрыл бы тогда. Ты говоришь, не слышу. Отойди, я тебя хил. Бля, ты рофлишь, да? Это, наверное, пранк такой, блядь. Не, ну, вот... Что сказать? Сказать нечего. Сказать нечего. У меня, блядь, и так своих тангусов до жопы. Я не знаю, типа, ну, чё, блядь, ты же видишь, что тычка летит, ну подожди ты. Подайте.
кидает меня свои тангосы. Я три, блядь, танга своих. Понимаете, что это за тиммейт просто? Я не знаю. У самого хп есть. Я не буду даже клэп качать, блядь. Мы лайн уже не выиграем. Ребят, осторожно, войд спирита нет нигде. О, нихуя себе. Ну ладно, хоть так. Это уже неплохо. Ну там уже, в принципе, что-то им сделать будет сложно. Пока что, как минимум. Валя, заманцел. Это нормально, если он сейчас не умрет. Так, пачку в танго или фласку? Наверное, фласочку еще возьму. На всякий случай. Ладно, линия не самая хуевая по итогу вышла. Они там тоже не ахти отыгрывают. Нормально, нормально. Войд спирита нету опять. Но он все равно, скорее всего, убежит, мне кажется. Закрой, закрой его. Он на базу сейчас, скорее всего, убежал. Я сейчас маску дропну. Принеси маску, пожалуйста. Давай сейчас подойду. Пачку скипну. Отлично, еще и фласочка. Это идеально. Контент пошел. Так.
Странно, на самом деле мы его как-то с запасом убили. Но это потому, что у меня на линии все было слишком охуенно. Ну как бы, блядь, Шейгер такой, типа, подошел пешком. То есть, да, ну, это боты против нас играют. ТП 30 секунд, я дам. Против нас играют боты. Ну, типа, как вот в той катке за меня боты были, сейчас боты против меня. Хуй знает. Почему нельзя просто, блядь, сделать так, чтобы эти боты играли на своем рейтинге? Почему... Ну, типа, у них же неплохой драфт. У них нормальный драфт. В чем проблема? Почему они сусут? Почему Рубика дает ФБ Пангольеру и Шейкеру? Как можно вообще на Рубике отдать ФБ Пангольеру с Шейкером? Это ж, ну, типа, лайн супер слабый. Пангольер-Шейкер. Как минимум на первых левелах. То есть оба по первому левелу имеют. Просто оба имеют по первому левелу и делают ФБ. Как это, блядь, вообще... неадекватно. Сказать, что у них плохой драфт? Нет. Клинкс плюс Рубик, линия очень сильная. Тем более против Шейкера и Пангольера. С Клинксом линия в принципе слабая не может быть. В изи лейне имеется в виду. Ну, БКБ точно надо делать, но сейчас ли я его хочу делать, или... Ну, может, я просто могу сейчас, допустим, агрейнить? В вардах, в достах. Что там у Клинкса? А, орчит? Нет, тогда надо было ПП. Поймал. Что он на хосте? Так, это ТП, что это за хуйня? Го-го-го, драка. Пиздец. Там уже Рошан должен был появиться. Да, ну, мах. Сыр на вайпер. Давай, спасибо. Бля, псижен. Все, уходить. Ты next time против Клинкса дастики, нажми перед смертью. Туда, как будет стягивать. Да, блядь, у меня стычки нахуй сносятся. И поляне уже. Они до меня доебались. Не сэга. Он без инвизора, да? Красавцы. Так, телепорты не долетели. Я, наверное, все-таки вместо Базила армор этот пока поставлю, а потом все равно будет БКБ. Так. Чел на Дизрике супер хуево стоял лайн. Это тоже, блядь, правда. Если бы так было бы всегда, что за меня играют хуёвые челы, но против меня тоже хуёвые челы, то я бы вообще бы ебало своё не открывал никогда. Просто вон в прошлой карте за меня были хуёвые челы,
А против меня, блядь, были боги какие-то. Бля, вижен, вижен, вижен. Я сыр не нажал. Мимо вижена. Вы чё, ебанутые что ли, блядь? Я один покупаю вижен, блядь. Хоть кто-нибудь досы рядом положите, блядь. Вот пустой ходишь, блядь. Вот пустой ходишь, блядь. Шейкер, блядь. Поставьте варды, алло. Ты ебанутый, блядь. Я покупаю, блядь. Варды у меня не остаются. Ебанашка, блядь. Покупайте, да, на шейкере тоже. Бери дасты. Там два инвиза, блядь, в тиме. Чего вы не помогаете? У кого слоты есть, все покупайте. Да я покупаю, блядь, досты, вы просто, блядь, меня вымогает то, что, блядь, каждый раз пиздите, нету вижена, блядь. Ты лучше Дизрик не слушай, не хуесоса. И пиздализм. Это же ему шмотку я не буду давать, чтобы у него не было желания. Типа, Дизрик прав, типа, что тут, что другие не покупают. Если слоты есть, надо покупать, там же ж... Забирай свои шмотки, проваливай. Я бегу. Можем убить Рубика? Хорош, нормально. Можем что-то там ХГМ погрызть или нет? Урса, я тебе сыр отдал. Да бля, мне его некуда пихать. Хотя ладно. За место колечко. Не, ну мы МХГ походу не погрызем. Ну next Roshan, парни, ждем и заходим туда уже. Сейчас Эбис лучше сделаю. Я лечу наверх. Ебать, там подруба, что-то торможит так. Я долго-долго. Жадно за два аванпоста драться. Жадно. За два аванпоста мы не должны были драться. Ну, типа, вот. Типа, нельзя так. Ну, типа, я пока прилетел, там уже файт закончился. На аванпост прилетать слишком долго. Если бы у нас там был Т1, мы бы могли такое себе позволить. Но у нас нет Т1. Сука. Идем пушить. А давай я бегу. Вижен. Хорошо. Назад, три байбека, назад. У меня все в кулдауне, отойдите. Давайте похилимся. Да, и базу надо дефнуть. Я на шрайн. А не, Урсо без Аганима играть очень тяжело. А это целый слот. Типа... Нормально, я живу. Да и чел на Дизрике не внушает доверия, чтоб ему оставлять. Че, в фронт пойдем? Ну, да, давайте пробовать. Хотя трон, конечно, звучит нереально с нашими героями.
Давайте пару сторон лучше снесем, мне кажется. Да, давайте стороны сломаем. Давайте низ и вверх, чтобы у нас вверх не кушаться. Или не, в мид и низ, и потом по верху просто пойдем. Давайте и низ, и низ, и низ, и низ. У меня еще Егис. Пойдем вверх тогда, что еще? Пока этого нет. А зачем вы? Бля, ладно, уходим, у нас улетел чел. Если будут выебываться, можем драться. Я сейчас очень сильно, я там буду ебашить одного за другим. У меня... Ну ладно, окей. Так... Могу сыр дать. Не, мне не надо, сэр, нормально. Давайте попушим его. У меня хп нихуя нет. Пиздец, почему так против ботов тяжело было играть? Из-за того, что одну ошибку допустили, да? Одна ошибка. Открывайте блокнотики, записывайте. Если даже вы доминируете, это еще нихуя не значит, что вы можете, блядь, забирать на халяву два аванпоста. Если вы заранее не готовы их защищать. Всем удачи. Дизраптор в соло? Согласен.